Здравствуйте, я Ольга Шмырина, редактор выпуска новостей. Коротко о том, над чем сегодня работают наши корреспонденты. Целая рабочая группа и новый инвестпроект. Администрация города решила взяться за проблему ливневок. Представители горадминистрации со следующего года призывают всех и каждого уничтожать борщевик на своих землях и участках. Вот только договориться не могут даже с дорожниками, ведь придорожные полосы, по идее, должны выкашивать именно они. Подготовке к сезону дорожных ремонтов 2017 года уже объявлен старт. Сегодня общественники запустили на своем сайте голосование за те участки дорог, которые кировчане считают самыми убитыми. Первый городской канал готовится к новому сезону. Телезрителей ждет сразу 4 новых проекта, обновленный утренний эфир и много подарков от ведущих. Старт сезона назначен на 1 сентября. Подробнее эти и другие события дня обсудим сегодня вечером в информационном канале «Город».